Намаскар! Приветствую вас на канале Йога-уроки с Наташей Олих. Сегодня у нас комплекс, коротенькая, полнофункциональная практика. И давайте уже приступим к ее выполнению. Усаживаемся в удобную позу, в которой вам комфортно и есть возможность сесть прямо, вытянув позвоночник. Расправляем плечи, прикрываем глаза. Настраиваемся на осознанную, глубокую, эффективную, безопасную работу. Для начала отследите ощущения в теле, настроение, уровень энергии на данном этапе практики, в самом начале. Зафиксируйте эту информацию в уме. И переключаемся на полное, медленное, глубокое дыхание. Мы дышим и стараемся в процессе дыхания задействовать весь объем легких. Вдох. Поднимаем снизу вверх, наполняем свои легкие от живота к грудной клетке. А выдох происходит сверху вниз от грудной клетки к животу. И таким образом мы задействуем и брюшное, и диафрагмальное, и грудное дыхание. Положите сейчас одну ладонь себе на грудь, а другую на живот. И понаблюдайте, как на вдохе сначала увеличивается в объеме живот, рука начинает движение, и через какое-то время вдох доходит до грудной клетки и в движении идет грудь. А на выдохе в обратном направлении сначала грудная клетка возвращается на место, и через какое-то время подтягивается живот. В процессе занятия мы будем стараться применять технику Уджайи, дышать носом, но пропускать воздух через голосовую щель. Это повышает эффективность выполняемых упражнений, это укрепляет дыхательную мускулатуру, увеличивает оксигенацию крови, то есть питает наш организм. Такое дыхание кислородом лучше, нежели обычное, простое, привычное нам. И сейчас положите руки на свои ребра и продолжайте дышать и понаблюдайте, есть ли движение в ребрах во время дыхания. Постарайтесь задействовать диафрагмальный отдел, чтобы на вдохе ребра расширялись во все стороны, а на выдохе возвращались в исходную точку. И завершаем очередной выдох, открываем глаза через стороны, поднимаем руки вверх, переплетаем пальцы в замок и разворачиваем ладошки от себя к потолку. Вытягиваемся за руками, за макушкой и выполняем в этом положении непрерывно. Тянемся 3 глубоких полных дыхательных цикла. Снизу вверх наполняем легкие на вдохе и сверху вниз опустошаем легкие на выдохе. И завершаем очередной дыхательный цикл выдоха. Переходим в скрутку. Левую руку кладем на правое колено, правую руку уводим за спину. Поворачиваем голову в сторону скрутки, так, чтобы шейный отдел тоже участвовал в скрутке, в повороте. Смотрим за плечо и продолжаем дышать полным дыханием. Полный медленный вдох от живота к груди. И такой же медленный максимальный выдох от груди к животу. Возвращаемся с выдохом из скрутки, меняем сторону поворота, левая рука за спину, правая рука на левое колено. Не забываем про шею, поворачиваем голову в сторону скрутки и продолжаем дышать полным дыханием. И
с очередным выдохом выходим из скрутки. Правая рука в сторону, левая в диагональный наклон. Левую ягодицу сильнее прижимаем к полу. Взгляд направляем на потолок из-под левого плеча. Делаем еще 3-4 полных дыхательных цикла. Стараемся растягивать, замедлять свое дыхание. И возвращаемся в центр, меняем сторону бокового наклона, вытягиваем правый бок и еще некоторое время дышим. Таким образом, благодаря разным положениям тела в пространстве, мы продышали как следует весь объем своих легких. И теперь подтягиваем мышечные замки, приводим в легкий тонус нижнюю треть живота, мышцы ниже пупка, мышцы тазового дна, это мула и удьяна бандха, которые мы будем держать в легком контролируемом тонусе до конца тренировки, до шавасаны. Переходим на четвереньки в положение кошки. Сегодня разминку мы выполним из этого положения, из этой асаны. И первое упражнение – это круговые вращения корпусом. Причем мы задаем движение преимущественно грудной клеткой. Тут присутствуют боковые вытяжения, ребра вправо-влево, прогиб, где мы чувствуем, как лопатки сходятся ближе к позвоночнику, и сгибание позвоночника, где лопатки напротив раздвигаются от позвоночника. Мы продолжаем дышать медленно, глубоко, так, чтобы один дыхательный цикл приходился на одно вращение. Половина круга вдох, половина круга выдох. Продолжаем еще 5, 4, 3. Два. Один. И в другую сторону. Вдох, половина круга, выдох. Стараемся делать движение в максимальной амплитуде, но в то же время эти движения должны оставаться комфортными для вас, приятными. Мы подбираем для себя скорость, наиболее удобную, подходящую для движения, для того, чтобы плавно начать разогревать свои мышцы, улучшать подвижность позвоночника, не терять при этом дыхание. И еще 5, 4, 3. Два. Один. Отлично, хорошо. Переходим в следующее упражнение. Круговые вращения плечами назад. Движение, которое заставляет лопатки сводиться к позвоночнику. Делаем ретракцию лопаток. Вот это движение. Но ладони прижаты к полу. У нас закрытая кинематическая цепь, поэтому нам необходимо научиться двигать корпусом, плечами, не помогая себе руками. И еще продолжаем. 5. Стремимся расшевелить плечевые суставы как следует. 4, 3, 2. Один. И обратное движение, предполагающее протракцию лопаток, когда лопатки разводятся в стороны от позвоночника, и мы немножечко сгибаем грудной отдел. Один. Два. Три. Четыре. 5. Переходим в следующее упражнение, в котором мы проработаем локти, также грудной отдел позвоночника и шею.
Со вдохом мы выполняем аштанга намаскар асану. Сгибаем руки в локтях, опускаем грудную клетку к полу между ладошками и смотрим вперед, прогибаясь в шее. На выдохе мы выталкиваем себя, раздвигаем лопатки и поднимаем колени. Можно, по возможности, оставляйте стопы на взъемах, не на носочках. Это чуть сложнее. Вдох. Если сложно делать полный вариант выхода в эту позу, то сгибаем руки в локтях до точки невозврата. И выдох, планка с круглой спиной, силовая планка. Продолжаем. 3, 4, 5. На вдохе у нас шейный прогиб, а на выдохе мы шею сгибаем, флексия. И еще 4, 3, 2, 1. Отлично. Опускаем колени, возвращаемся в кошку и переходим к запястьям. Лучезапястные суставы, а также мышцы предплечья, круглые пронаторы. Первое подводящее упражнение мы делаем одновременное медленное движение руками на подъем ладоней. Пальцы остаются на полу, полностью прижаты, указательный, средний, безымянный и мизинец. Большой вместе с ладонью поднимается. Движение медленное, без рывка, мы не роняем руки и делаем движение одновременно и правой, и левой рукой. Это достаточно легко, когда мы стоим на коленях, поэтому если вы абсолютно не чувствуете здесь никакой силовой работы, можно усложнить задачу и выполнять упражнение из положения Адха Мукха Шванасана, собака мордой вниз. Но опять же, при условии, что вы можете выполнять это движение медленно, на силе, не на импульсе. И еще 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. И возвращаем колени на пол, если выполняли упражнение собаки мордой вниз. Разворачиваем руки на тыльные стороны до запястья. Чем ближе руки к коленям, тем будет легче, потому что нагрузка будет уходить больше в ноги. Чем дальше руки вперед мы выводим, тем больше нагрузки на плечи, на ладони, на запястье. Выполняем 4 полных дыхания в этом положении. Отлично. Аккуратно по одной руке разворачиваем ладони снова на пол и соединяем колени, стопы. Следующее упражнение – вращение тазом над полом. Мы рисуем воображаемый овал. Таз уводим вправо, затем вперед, лево и назад до полного сгибания колен. И движение тоже в полной своей возможной амплитуде. Половина круга – вдох, половина круга – выдох. Таким образом, мы плавно переходим к разминке нижних отделов позвоночника. Это уже крестец, поясничный отдел, непосредственно тазобедренные суставы. Ну и ко всему прочему, здесь идет вращение в коленях. Будьте аккуратны, если коленям здесь вам некомфортно, возникают болезненные ощущения, то либо делаем меньше амплитуду, либо немножечко шире ноги. Выставляем не вместе, а чуть в сторону на ширине таза. Доделываем еще одно вращение в эту сторону и меняем направление. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично, завершаем. Следующее упражнение. Мы поочередно делаем отведение то правой, то левой ногой. Стоп вместе в исходной позиции, колени вместе. И мы разворачиваем колено.
то вправо, соответственно, правое, то влево, левое. Ладони остаются прижаты к полу под плечами. И вместе с поворотом, с движением ноги идет поворот таза. То есть живот тоже разворачивается в сторону. Дыхание непрерывное. Можно при желании найти синхронизацию, например, отведение бедра вдох и нейтральная позиция выдох. Можно дышать произвольно. Ключевое здесь дышать, не задерживать свое дыхание. И чем выше колено, тем лучше. Чем больше отведения, тем лучше. Никаких махов, никаких импульсов. Все движения обусловлены мобильностью, подвижностью каждого конкретного сустава и силой мышц. Потому что в упражнении участвуют все структуры, и суставы, и мышцы, и связки, конечно, тоже. Отлично, доделываем еще по разу на каждую сторону. Супер. И раздвигаем колени шире, примерно в ширину узкого края коврика. Лево. И смещаем голени влево. После этого садимся. Таким образом, у нас левое бедро пошло во внутреннее вращение, а правое в наружное. Такое положение русалки. Левая рука на пол, слева от таза. Мы поработаем здесь со скрутками. Вдох. Мы разворачиваемся грудью вверх. Взгляд направляем на потолок. Движение правой рукой в сторону. На выдохе скручиваемся. Грудь поворачиваем к полу. Взглядом следуем. И ныряем правой рукой под левую, тянемся как можно сильнее, создаем активное натяжение. Динамики. Вдох, раскрылись, выдох, закрылись. И продолжаем еще два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь. Супер. Возвращаемся на колени и меняем положение. Разворачиваем теперь обе голени вправо. У нас получается левая нога в наружном вращении, а правое бедро во внутреннем. Правая рука в сторону. Разворачиваемся грудью вверх. Левая рука в отведение. Вдох. Скрутка. Левой рукой ныряем под правую и тянемся как можно дальше на выдохе. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Отлично. Возвращаемся снова на четвереньки. И движение в правом тазобедренном суставе на вращение, наружная ротация. Поднимаем колено как можно выше, ладони остаются под плечами, дыхание непрерывное. Еще три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, в обратную сторону один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Левая нога, левый тазобедренный сустав, наружное вращение. Один, два, три, четыре, пять, шесть,
7, 8, и внутренняя ротация 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Теперь переходим к коленному суставу. Правая нога назад. Стараемся удерживать бедро параллельно полу, не опускать колено вниз, не допускать сгибания в тазобедренном суставе. И мы делаем вращение голенью. Идет вращение именно в колене. На полной амплитуде движение, которое предполагает полное сгибание и разгибание колена. Продолжаем еще 3, 4, 5. 6, 7, 8. В обратную 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Продолжаем работать с правой ногой, голеностопный сустав, полное вращение стопой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В обратную 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Меняем ноги. Левая нога, коленный сустав, вращение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В обратном направлении 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Голеностоп. Вращение стопы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Размялись. Сделали суставную гимнастику для всех основных суставов и переходим к основному блоку практики. Адха Мукха Шванасана, положение собака мордой вниз. Вытягиваем позвоночник, расслабляем шею, макушку тянем к полу, ягодицы и копчик направляем к потолку. 3 полных дыхания. 2, 3. Взгляд переносим вперед. Прыжком или шагом скрещаем голени, сгибаем колени, садимся в положение на пятую точку. Руки уводим за спину и немного сводим лопатки, раскрывая грудную клетку. Чатушпадасана, поза стола, поднимаем таз. Грудь как можно выше, взгляд вверх, шея вытянута, голову не запрокидываем. Продолжаем, удерживая мула и удьяна бхаксу, дышать преимущественно грудным диафрагмальным отделом. И чем выше мы направляем таз вверх, тем больше идет разгибание в тазобедренных. Чем выше грудь, тем больше разгибание в плечах, которое здесь, конечно, чувствуется более интенсивно, нежели тазобедренные. Очередной полный вдох. И на выдохе толкаем стопами пол, разгибаем колени, проносим таз за линию рук. Поднимаем правую ногу. 1. Таз в воздухе. 2. Позвоночник сгибаем. 3. 4.
5. Меняем ноги левая. 1. 2. 3. 4. 5. Опускаем левую ногу. Приземляемся. Если необходимо, раскрепощаем запястье. Правой ногой под шаг, колено в сторону, положение Джануша Шасана. Поднимаем руки вверх за руками, за макушкой, тянемся вдох. И выдох, обозначаем наклон к левой ноге. Левая стопа на себя, ноги не расслаблены и не валяются на полу. Они тоже участвуют в выполнении упражнений. Руки по обе стороны, ближе к стопе. Если есть возможность, подбородок к голени. Если нет, смотрим на большой палец и стараемся вытягивать спину, не сутулиться в ней, в этом положении. И по возможности разгибать левое колено. Остаемся еще 2, 3, 4, 5. С очередным вдохом садимся прямо и с выдохом переходим в скрутку. Левая рука на правое колено, правую руку вводим за спину и стремимся захватить правой рукой левое бедро. Обе ягодицы в этом положении прижаты. Хочется завалиться на правое бедро, чтобы усилить скрутку. Делать этого не нужно. Не забываем про шейный отдел, смотрим за плечо, остаемся, не теряем дыхание. 1, 2, 3, 4, 5, левая рука остается на правом колене, правую руку мы освобождаем, поднимаем к потолку, вдох. И с выдохом боковой наклон, тянемся левым плечом к левому бедру. Если есть возможность, делаем захват. Внимание, из-под правого плеча на потолок. 1, 2, 3, 4, 5. И на вдохе поднимаемся за правой рукой, правую руку опускаем за линией таза пальцами от себя. Переходим в парикхасану, встаем на правое колено. Внешний край левой стопы прижат, левое колено подтянуто. Вытягиваем левый бок, внимание теперь из-под левой руки на потолок. Если вам легко и хочется усложнить, то как вариант замены парикхасане, вариант васиштхасаны. Поднять правое бедро, прижать его к животу. 1, 2, 3, 4, 5. Если делали васиштхасану, возвращаем правую ногу обратно на пол и разворачиваемся вперед. Левой рукой перехватываем правую стопу через изъем за внешний край и помогаем себе одеть ее на одноименное правое плечо. После чего сгибаем колено так, чтобы нога не соскальзывала, и дополнительно удерживаем правую голень предплечьем. Ладошки вместе, то есть мы держим так руками, обняли свою правую ногу, позвоночник по возможности вытяните. Здесь иногда сделать это сложно, потянитесь, насколько получилось. И немного подаем корпус назад, балансируем на седалищных костях. Теперь поднимаем левую ногу как можно выше. Если она совсем не поднимается, можно это сделать, согнув левую ногу в колени. Остаемся в положении в этом. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаем левую ногу на пол. И сейчас нам нужно будет перейти в санчаласану. Основной вариант — это ладони чуть перед тазом. Необходимо подать плечи вперед, толкнуть руками пол, поднять таз, поднять левую ногу, согнуть ее в колени и пронести назад, как в переходе в каундиньясану. Но можно делать этот выход, протащив, да, проведя левой ногой по полу. То есть доступным образом мы перешли в положение ящерицы, когда правая рука у нас остается под бедром, левую ногу на носочек, колено левое подтягиваем, руки в стороны и тянемся лбом к полу. Опора на ногах. Даже если вы достали головой до пола, старайтесь на голову опору не брать. 1, 2, 3. Можно попробовать соединить руки за спиной. 4, 5. Теперь освобождаем руки.
Поднимаемся и переходим в Вирабхадрасану 1. 1. 2. Вес распределяем равномерно на две ноги. 3. 4. 5. Полностью переносим вес на переднюю правую ногу и переходим в одноногий баланс. Подтягиваем левое колено к себе ближе, помогая руками. Буквально несколько секунд находим равновесие и дальше, при возможности усложнить позу, перехватываем двумя руками стопу и разгибаем колено. Настолько, насколько можем. Насколько хватает гибкости. Держим баланс. 1, 2, 3, 4, 5. Три канасана. Отпускаем левую ногу, шагаем и разворачиваемся влево. Вдох, растянулись на выдохе, отстройка. Смещаем таз влево, вытягиваем за правой рукой правый бок. И в конце выдоха входим в положение Утхита Триконасана. 1, 2, 3, 4, 5. Вдох, очередной поднимаемся. Вес снова берем на переднюю ногу и выполняем скрутку. Облегченный вариант. Правая рука держит левую ногу за колено. Полный вариант. Захват за стопу и намерение разгибать левое колено до конца. Паривритта Хаста Падангуштхасана. 1, 2, 3, 4, 5. Отпускаем левую ногу, шаг назад, вдох, закрыли таз. Паривритта Триконасана, выдох, скрутка. 1, 2, 3, 4, 5. Вдох, раскручиваемся, поднимаемся. И еще один одноногий баланс, врикшасана, поза дерева. Помогаем себе левой рукой отстроиться. Прижать стопу к бедру. Соединяем ладони намасте над головой. Следим, чтобы левое колено было направлено в сторону. Самое сложное упражнение на сегодняшней практике. Мы держим эту асану и пытаемся закрыть глаза и подержать ее с закрытыми глазами. Это не так легко, как кажется на первый взгляд, но все, конечно, поддается тренировке. Сейчас открывайте глаза и выполняем широкий шаг левой ногой назад, ладонью на пол, вдох. Отшагиваем правой, чатуранга дандаса на выдох. Собака мордой вверх, вдох. Собака мордой вниз, выдох. Возвращаемся в положение сидя на вдохе. И повторяем связку для левой стороны. Джану Шершасана на левую ногу. Вытягиваемся, вдох. Вход в асану, выдох. Руки по обе стороны от правой стопы. Подбородок при возможности тянем к правой голени. 1, 2, 3, 4, 5. Вдох. Возвращаемся в нейтральную позицию. Выдох. Скручиваемся. Используем руки как рычаги. Левая рука за спину. По возможности захват за правое бедро. 1, 2, 3, 4, 5. Освобождаем левую руку, направляем ее к потолку, вдох, вытягиваем левый бок. И усиливая вытяжение, диагональный наклон, правое плечо к правому бедру.
Взгляд из-под левой руки вверх на потолок, шею не расслабляем. Один, два, три, четыре, пять. На вдохе за левой рукой поднимаемся и на выдохе встаем на левое колено, вытягиваем правый бок парикхасана. Правая стопа вся прижата, тоже как вариант усложнения. Если делали на правую сторону, делаем на левую, вариант васиштхасана с приведением. Подтягиваем левое бедро к животу. Один, два, три, четыре, пять. Левое колено возвращаем на пол. Разворачиваемся, усаживаемся и набрасываем левую ногу на свое плечо, на левое. И предплечьем удерживаем дополнительно голени. Ладони намасте, позвоночник вытянут. Немного подаем корпус назад в диагональ, поднимаем правую ногу, как половинка навасаны. Один, два, три, четыре, пять. Супер. Переходим к санчаласану. Ладони перед тазом, подаем плечи вперед, толкаем руками пол, подняли таз, сгибаем правую ногу и по воздуху, либо по полу проносим ее назад. Правая нога на носочке, левое плечо под левым бедром, руки в стороны, лбом тянемся к полу рядом с левой стопой. Один, два, если получится, соединяем руки за спиной. Три, четыре, пять. Освобождаем захват. Освобождаем левую руку. Поднимаемся. Распределяем вес на две ноги равномерно. Ладони намасте над головой. Вирабхадрасана один. Один, два, три, четыре, пять. Балансовое положение. Вес переносим на левую ногу. Подводящая вариация. Правая нога за колено. Колено поднимаем выше. Полная вариация. Захват за стопу и разгибаем колено. Один, два, три, четыре, пять. Отпускаем захват, шагаем правой ногой назад, поворот вправо, вдох, растянулись, выдох, утхита триконасана. Один, два, три, четыре, пять. Вдох, поднимаемся, возвращаемся на левую ногу и выдох. Вариант паривритта хаста падангуштхасана, подводящий, облегченный или полный с захватом за стопу. Один, два, три, четыре, пять. Переходим из скрутки вперед, разворачиваемся в короткий край коврика, вдох, вытянулись, выдох, компенсационная скрутка влево, паривритта триконасана. Правая рука вниз, левая рука вверх. Взгляд на потолок. Один, два, три, четыре, пять. Выходим из скрутки, со вдохом поднимаемся. И завершающая асана в этом блоке — врикшасана. Баланс на левой ноге, правая нога у нас
балансовая стопа правая прижата к левому бедру, мы помогаем себе отстроиться одноименной рукой и соединяем ладошки намасте. Поза простая, доступная большинству из вас, я в этом уверена, поэтому мы немножечко в ней поработаем на расширение сознания, на улучшение своих двигательных и опорных функций, укрепим свой кор, а также функцию мозжечка, вестибулярного аппарата, прикрываем глаза, остаемся несколько дыханий. Если совсем закрыть глаза не получается, то как вариант медленно моргать. И снимаем правую ногу с левого бедра, шагаем назад, вдох. Отшагиваем левой ногой, чатурангу, выдох. Урдхва Мукха Шванасана, вдох. Адха Мукха Шванасана, выдох. Взгляд вперед. Стопы за ладони, маласана. Подпрыгнули. Стопы в узкий край коврика. Сгибаем колени. Опускаем таз между бедер и раздвигаем локтями свои колени. Позвоночник вытягиваем. В ногах хорошее такое внешнее отведение, ротация наружу. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Теперь правое плечо перед голенью, перед коленом. Уводим правую руку в сторону, разворачиваем ее внутрь, внутреннее вращение в плече, и сгибаем в локте, чтобы предплечье ушло за спину. Левая рука тоже за спину, соединяем их там за спиной. Можно использовать ремни, оборудование, если нет захвата, либо сделать вид, что он есть, даже без захвата, просто направлять руки друг к другу. Взгляд на потолок, вес больше в правую ногу, фиксируем положение. Один, два, три, четыре, пять. Внимание, теперь вес возвращаем на левую ногу. Можно немножко пододвинуть левой ногой. Правую ставим на носочек, таз приподнимаем и пробуем встать, удерживая правым плечом правое колено. Выйти вертикальный вариант, даже если нет захвата, можно вот таким вот образом все равно прижаться правым плечом к бедру. Если есть захват, может быть, даже будет немного проще. Остаемся в этом балансе. Один, два, три, четыре, пять. И возвращаемся по обратной траектории, сгибая левую ногу в колени. Отлично. Вдох, выровнялись в маласане. И выдох, левая сторона. Левое плечо перед голенью, сгибаем локоть, уводим предплечье за спину, соединяем руки за спиной. Взгляд на потолок. Один, два, три, четыре, пять. Переносим вес на правую ногу. Можно немного подвинуть стопы ближе друг к другу. Левая нога на носочек, выше таз. Толкаем правой стопой пол и не торопясь, медленно, плавно встаем. Чем более сглажено движение, тем легче будет удержать баланс. Фиксация в позе. Один, два, три, четыре, пять. Возвращаемся в маласану. Выравниваемся, вдох, и переходим в бакасану, поза журавля, колени на плечи, плечи подаем вперед, 8 дыханий, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сброс ног в чатурангу, либо шагаем в планку, отжимаем чатурангу, выдох. Урдхва Мукха Шванасана, вдох.
Адха Мукха Шванасана, выдох. Отлично. Выполняем широкий шаг правой ногой к рукам. Левая нога остается на носочке. Переплетаем пальцы рук в замок и разворачиваем ладошки от себя. Силовая вариация воина. Вес преимущественно на правую ногу. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Отлично. Переносим вес полностью на переднюю правую ногу. Руки на пояс. Силовой вариант. Утхитахаста под ангуштхасаны. Вытягиваем левую ногу до параллели с полом. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Переходим в Вирабхадрасану вторую. Широкий шаг левой ногой. Разворачиваемся влево. Руки в стороны. Внимание поверх правой ладони. Увеличьте расстояние между ног так, чтобы вам достаточно сложно было держать этот баланс, эту асану. И стараемся сохранить в ней устойчивость. Остаемся еще два. Три. Четыре. Пять. Васиштхасана. Вторая у нас уже будет. Если делали из парикхасаны первую, левая ладонь на пол, левую ногу на носок, на внешний край. Правой рукой перехватываем правую ногу за стопу и переставляем на левое бедро. После чего поднимаем правую руку вверх. Один. Старайтесь держать позу в одной плоскости. Два. Три. Четыре. Пять. И снова шагаем правой ногой вперед. Правая рука немного в диагональ на пальцы от стопы. Артха Чандрасана. Левая нога вверх, левая рука вверх. Грудь в сторону, взгляд на потолок, таз открыт. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И теперь закрываем таз и ведем левую ногу параллельно полу в сторону. Левой рукой делаем захват за большой палец, либо выше, если за палец не получается достать. Правое колено чуть пружиним. Для стабилизации правая рука на колено. Не торопясь, разгибаемся, поднимаемся, переходим в утхитахаста под ангуштхасану вторую. Нога в сторону, взгляд вперед, подвздошные кости симметричны. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И теперь сгибаем левую ногу, укладываем лодыжку на правое бедро. Опорную ногу тоже подсгибаем. Таз назад, позвоночник вытянут, грудную клетку направляем к левой голени. Вы можете выбрать этот вариант, либо усложнить его балансовым, экапада головасана, если есть такая возможность. Когда ноги, собственно, в этом же положении находятся, но мы переносим вес на руки, прижимаем балансовую левую, в данном случае, голень, ногу к плечам и поднимаем опорную. Один, два, три, четыре, пять. И если был баланс, возвращаем правую ногу на пол, приподнимаемся, это уже во всех случаях, и делаем обратное движение. Левая нога за правую бедра в приведении с крест бедер. Левая рука на пол, у нас опора на правой стопе, на левой ладони. Асимметричный косой пистолетик. Здесь мы можем сидеть на двух опорах, а можем сделать захват двумя руками за балансовую левую ногу, если есть такая возможность. Один. Два. Три. Четыре.
5. Отлично. Переходим в положение сидя. Вариант как для Ардха Матсьендрасана, скрутки. Собственно, мы и будем его делать, но я предлагаю, если есть желание и ресурс на это, сделать баланс. Скрутку с балансом. В общем, мы выбираем либо такой относительно пассивный вариант скрутки, скрутка в правую сторону, либо сгибаем левую ногу, выполняем скрутку и переходим в стойку на руках. Поднимаем таз, разворачиваем грудь вниз, плечи вперед. Вот она наша экопада Каундиньясана. Мы можем себя развлечь тем, что мы из экопады сделаем двипаду, а из двипады, приложив левое бедро на плечо, экопада. Если все эти три позы у вас освоены, отстроены, то поиграйте с этим переходом, потому что он сам по себе является очень хорошим тренировочным моментом. И теперь, выполнив завершающую асану, мы садимся, вытянув ноги и немножечко восстанавливаем дыхание в Паджчиматанасане. Снова вернитесь сейчас к полному дыханию. Постарайтесь через полное дыхание восстановиться. Немножко вернуть себе силы, отдохнуть, но при этом не терять поток. Хорошо, продолжаем. Вдох, усаживаемся, скрещиваем голени. Выдох, Чатуранга Дандасана. Очередной вдох, Урдхва Мукха Шванасана. И выдох, Ардха Мукха Шванасана. Выполняем широкий шаг левой ногой вперед. Переплетаем пальцы в замок, ладони от себя, силовая Вирабхадрасана 1. Остаемся 1, 2, 3, 4, 5. Силовая Утхитахаста Падангуштхасана. Баланс на левой ноге. Правая нога как минимум до параллели с полом. 1, 2, 3, 4, 5. Широкий шаг правой ногой. Разворачиваемся правой. Вирабхадрасана 2. 1, 2, 3, 4, 5. Васиштхасана, боковая планка, правая ладонь на пол, правую ногу разворачиваем на внешнее ребро, переставляем левой рукой левую стопу на правое бедро. Левая рука вверх, взгляд тоже давайте по возможности на потолок. 1, 2, 3, 4, 5. Левая нога шаг вперед. Левая рука немного в диагональ на пальцы. Опора в основном будет на ногу. Правая нога вверх. Правая рука к потолку. Грудь вправо. Ардха Чандрасана. 1. Таз открыт. Разворачиваем бедро наружу. Живот вперед. 2. 3. 4. 5. Переходим в Утхитахаста под Ангуштхасану. Нога до параллели с полом в сторону. Правая, правой рукой берем за большой палец. Спружинили левое колено, опорную ногу. И так плавно, мягко, аккуратно, без рывков поднимаемся. 1. 2. Стараемся не задирать правую ногу сильно высоко.
Три, то есть чистое отведение, никаких боковых наклонов. Четыре. Пять. И экапада агнистамха уткатасана или экапада головасана. Первый вариант чуть проще, да, но тоже достаточно хороший, сложный для тазобедренного. И второй это баланс. Выполняем то, что нам по силам. По сути, положение для правой ноги и там одинаковое. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Возвращаем левую ногу на стопу. Если вы делали баланс, приподнимаемся. Правую ногу сняли. Завели назад, скрест бедер. И косой пистолетик. Таз в воздухе. Опора на левой стопе и на правой руке, либо только на левой стопе. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И переходим в положение сидя. Нужно, если нам, мы помогаем себе руками. Скручиваемся в левую сторону, используем правую руку, это у нас закрытая скрутка, это вариант light, для всех он доступен, и вариант, так сказать, pro с переходом в баланс. Также скрутка, но уже под нагрузкой собственного веса. Грудь к полу, плечи вперед, паривритта каундиньясана. По готовности две пада. И если получается правое бедро переложить на правое плечо, экопада. И возвращаемся в положение сидя. Вытягиваем ноги, Пашчиматанасана, отдыхаем. Вдох, нейтральное положение, дандасана. Выдох, переходим в положение лежа на спину, сгибаем колени. Полумост, поднимаем таз, соединяем ладони под ягодицами в замок и пробуем свести лопатки, вспоминайте нашу сегодняшнюю разминку, сделать ретракцию лопаток. И таким образом у нас вес со спины, с лопаток перейдет на трицепсы, на плечи, таз выше. Замком толкаем пол. Следим, что с шеей все в порядке. Нету болезненности никакой, зажимов. Делаем шаг левой-правой ногой. Стопы на пятки, колени пробуем выпрямлять, разгибать. Держим железный мост. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, возвращаем стопы обратно, сгибаем колени, освобождаем руки от замка, ладони под плечи, по возможности уртхватханурасана, поза перевернутого лука, мостик, выходим. Один, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И аккуратно, мягко сгибая руки в локтях, возвращаемся в положение лежа на спину. Необходимое количество времени Павана Муктасана, сброс напряжения с поясницы, несколько спокойных дыхательных циклов. И перекат. Перекат вперед для компенсации плеч и позвоночника. Руки уводим за спину.
Ладони прижимаем к полу за линией таза как можно дальше. Локти стараемся не сгибать, но если будет болезненность в локтевых суставах, то в процессе можно чуть-чуть их ослабить, пружинить. И делаем несколько шагов на ягодицах, продвигаясь вперед настолько, насколько вы готовы морально и физически уходить, чтобы сделать свое комфортное разгибание в плечах. При этом спина, обратите внимание, она будет наоборот сгибаться. Плечи разгибаться, спина сгибаться. И здесь можно оставить стопы на полу, если ощущений недостаточно, подтянуть ноги к корпусу. Один. Два. По сути, мы делаем наклон к ногам с руками, уведенными за спину. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь. Супер. Возвращаем стопы на пол, садимся, руки проскользили по полу, и мы можем их немного встряхнуть, скинуть напряжение с суставов. Отлично. Будем плавненько закрывать нашу практику. Из положения лежа делаем по 3 дыхания в скрутке. Супта Матсиндрасана. Меняем сторону, в другую сторону скручиваемся. Отлично. Если нет ограничений и тело просит, можно выполнить сейчас варианты перевернутых асан. Я показываю, и вы выберете, какие вам больше хочется сделать. Поза плуга, халасана, сарвангасана, уртхва падмасана. Если нет лотоса, просто скрещиваем голени и пробуем найти баланс на плечах. Карна пидасана. Уводим ноги за голову и пробуем коленками закрыть свои уши. Ну и все возможные перевернутые балансы от стойки на голове до стойки на руках. Мне очень нравится заканчивать практику такими позами, потому что они достаточно сложны. И к концу занятия вы уже, в общем-то, потратили свои силы. И тут два варианта. Либо вы сделаете эту позу правильно и безопасно, либо вы ее вообще не сделаете, если пока ваш организм, ваше тело к ним не готовы. В любом случае, выбор за вами. Понаблюдайте, послушайте сейчас свой организм. Я вам даю возможность проявить творчество и самоосознанность и решить, хотите ли вы сейчас закончить эту тренировку как-то по-своему и сделать какие-то дополнительные свои положения и асаны. И после всего того, что мы с вами вместе сделали, обязательно уделите себе несколько минут для полной релаксации, для восстановления сил и полежите в удобной позе, в шавасане. Отпустив все мысли, помедитировав немного, сосредоточив внимание на собственном теле, позвольте мышцам расслабиться, телу отдохнуть, накопить, усвоить полученную от асан энергию. И у меня на сегодня все. Благодарю вас за практику. Обязательно напишите, как вам понравилась эта последовательность, как у вас дела. Мы давно не встречались. Я закрывала сноубордический сезон, поэтому немножко не было времени записывать контент, но теперь начинается летний сезон скейта, и я надеюсь, что времени будет чуть-чуть побольше. В любом случае, не прощаюсь с вами надолго, до новых встреч, не забывайте подписываться, делиться моими уроками со своими знакомыми и друзьями. Намасте!